Тимофей помирает. Все, каюк. Одной ногой в гробу уже. Слава Богу. Испужался, что в ад попадет. Виниться давай перед всеми. У жены прощения просил, сказал, где деньги спрятаны лежат. Дурак. Беда ж одна не ходит, ему лучше стало. До буфету стал доходить. Где деньги-то прятал? А их уж там нету. Сим, опять плохо. Ну, хуже, чем было. Ничего. Врач сказал, недолго остался. Он хороший мужик, я знаю его. Хорошо врача. Зря не скажет. Да что ты, пришла Нюрка его, ну, жена-то его пришла. Иди, Николай, Тимофей зовет, попрощаться хочет. Прощение попроси. А я не пойду. Всю жизнь мне гадил. А тут иди сразу прости все. Ах ты какой. Нет, брат ты мой, не выйдет. Видишь, что творит. Все, не вспомни гадость одна от его. Да что ты, Нюрка-то это жена его, ну, которая приходила-то. Жена моя первая. Ну, она же к ему-то от меня же ушла. Через 9 месяцев ровно родила ему прям, ага. Все, он бегал по деревне, орал, Ванька больно белявый, не от тебя ли? А мы все 3 года прожили, никого, ни черненьких, ни беленьких. А с этим они давай рожать каждый год. Разве такое прощают? А Тоньку мою знаешь? Ну, красавица раньше была первая, что ты. Сейчас на черта похожая. Ну, она ж ко мне-то от его пришла. От Тимофея, конечно. 4 года с ним тоже пустая, не расписанная ходила. А с ней мы прям как снайперы, без зазора. Прям каждый год либо парень, либо девка, либо девка, либо парень. Никого другого не было. И у этих как с конвейера сыпется. Ага. Давай, говорит, у кого больше? Тимофей-то, слышишь? Пригоньки задумал. Сволочь. Я дурак поддался тоже. Ну что, кинулись, у них 8, у нас 7. А их же всех кормить надо. А где столько корма взять? Ничего, врач-то сказал, 1-2 больше не протянет. Он хороший мужик. Спасибо ему. Я на работу не пойду, подожду. Что такую радость пропускать? Да что ты? Тогда, однако, уж по 4 ребятенков было у каждого. Пошли с ним на рыбалку. Ну, этот наш, в заповедник, господи, куда еще идти-то? Пошли с ним, ага, забросили сети. Полмешка рыбы сразу. Еще раз, мешок целый считай. А ну, говорит, Бог троицу любит, сейчас самов возьмем. Забросили, есть инспектора с собаками. Этот кричит, Коша, бросайся, бежим. Все, бросай. Его только мешки, сети-то мои. Иди, говорят, что-то с рыбой от греха. Я сам тут как-нибудь в одиночку стал вытягивать сети-то, запутался в них. Упал с лодки, тонуть начал. В этом году будет 30 лет, как утонул. Ну, инспектора меня откачали-то. Да тоже, знаешь, откачивают, приговаривают. Штраф 500 рублей, штраф 500 рублей. Кто ж так откачивает-то? Кому же охота очнуться? Ой, лучше бы не откачивали. Ну, я пошел к нему, конечно, к Тимофею, говорю, гони 250 рублей, ну, вместе ж были-то, пополам чтоб. А что, говорит, ты попался, я платить должен. Все, не вспомни. Они следили, что ли, за мной, инспектора, следом прям к нему вваливаются в избу. Где рыба? А, думаю, есть Бог. Поискали, поискали, нет рыбы. Пошли ко мне, она у меня за сараем вся лежит. Тимофей пожертвовал, сволочь.
еще мне 300 рублей штрафу. Полгода без воскресеньев работал. Ой, гад какой был, да что ты. За яблоками пошли тоже. Уж наполовину так седые-то были. Да в наш сад этот, в колхозный. Куда еще заиметь-то? Свои, правда, хорошие в тем году родились яблоки. Ну, то что, крупнее колхозных-то. Ветки ломались у его и у меня. Но свиньям жалко же. Самим все равно же не съесть. Пошли за колхозными. Набрались им по мешку, ты идем назад. Я говорю, ты подтяни его на плечо, то он же промеж ног болтается. Иди же, мешай. Нет, все по-своему идет, с лучами трещит. Ну и обнаружили, конечно, его. Стрелять стали солью крупной. Яблоки попали ему, а мне... Месяц жил как часовой. Стоя все. Соленов до сих пор ничего есть не могу. Ох. Нарочно же тебе он шел, сучьями трещал. Сучонок. Ничего, врач-то обнадежил. День-два, говорит, и все. Он хороший, да, что ты, часов на шесть ошибется, а так нет. Таблицу эту розыгрыша тоже получили тогда. Ага. Лотерея это, слышь? Ага, он чуть не раньше почтальонки прибежал. Кольша, давай проверим 3 билета. А то, говорит, забери себе, мне бутылку поставь, все равно поди мимо. Ну что, я думаю, тоже посчитал. Один же он не будет пить. А полбутылки-то не жалко за 3 билета. Ну все, договорились по рукам. Выпили, проверяем. Есть! Жигули! А! Он бледный стал! Даже я его не сразу узнал-то. А давай, говорит, все, билет, тащи, сейчас бутылку, говорит, отдам. Я говорю, да ты что ж делаешь-то? Договор дороже денег, а на улицу, да матом на всю деревню. Друг называется. И я потом с этим билетом, как дурак, в кассу поперся, меня там хоп, подрученьки, где взял фальшивый билет? Так и так, говорю, пошли к ему. А он говорит, это я подшутил. Я долго, говорит, шибко жадный стал. Цифры, говорит, не совпадала одна. Я со старого билета аккуратно бритовкой срезал, ему приклеил туда. Шутник. Ему-то ничего, мне потом всю жизнь каждый рубль на свет проверяют, не фальшивый ли. Ой, да что не вспомни, гадость сплошная от его. В тем году вообще один пух седой на голове уже был. Ну, я от дочери еду, ну, с города, с покупками. До района усадьбы добрался, смотрю, вон там что-то шаперится, крутится, околачивается вокруг этого. Фу ты, Господи, ну, Мерседеса, ну, машина немецкая такая. Ага, да вот, говорит, с Витькой, с зятем за добавкой приехали, куда-то он запропастился, умел бы водить, давно бы уехал. Лучше пешком пошел. Ну а что, думаю, с вещами, да по такой пыли, да по жаре. Давай, говорю, я попробую. Я же учился на трактор-то. Ну все, как-то завели, черт тебе лупи, скорость нашел какую-то, еду. Полдороги не проехал, слышу, сзади гонит кто-то с сиреной. А пыль, не видать же кто. И прям обгоняют, и передо мной раз по тормозам. Я тоже, куда мне деваться, тоже тормозю, как могу. Все ботинки щеркал. Смотрю, бегут оттуда двое-то ко мне. Один милиционер, ага, второй так, с монтировкой. Чья машина? Я говорю, да вот его, кого его?
смотрю, а нет никого рядом. Ой. 2 года условно дали тогда. По старости. Он даже не сел, гад. Ну ничего, врач-то сказал, все теперь. Я и с мертвым не пойду прощаться, пусть зарою сперва, что зря рисковать. Ой, Господи. Ребятишки прибежали его. Дядя Коль, пойдем, отец шибко зовет. Прощаться хочет. Ребятишки наши промеж собой шибко дружат. Пойду. Хоть он помрет, опять я виноватый в этом. Так уж подгадил, хуже некуда. Чего тоже помирать-то надумал? Просил тебе кто? Жил бы, да жил бы еще. Кому ты мешал-то?